это был, наверное, 75 или 74 год. Он вышел на сцену и спел такую песню про лошадей. Прикинь, я ее слышал лет 40 назад, я помню до сих пор. Могу сбиться с куплета. Память Александра Лосева. Лошадь умеет плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан пытаясь превозмочь, в трюмах добрыми мотая мордами. Тысяча лошадей топтались день и ночь, тысяча лошадей под кровь 4000. Счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище. Далеко-далеко от земли люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Им сперва казалось плавать просто. Океан казался им рекой, но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил и заржали конь, возражая тем, кто в океане их топил. Ржали-ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки не жали рыжих, не увидевших земли. Или на Панфиловцев, ну короче, там где... Кому это запорожцев магазин, рядом дом. В русском дворе жили три брата Петрова. Один футболист, второй тоже футболист, а третий музыкант. И приехал в Ялту, женился, все, потом вдруг бросает Ялту и ломится куда-то на север, там, или в Тюмень, или в Уренгой. Я говорю: Петя, ты что делаешь, блядь? Жену бросил с детем. Он говорит: не, поеду за длинным рублем и за вольной жизнью. Он такую песню бацал про любовь. Не дай мне, не дай, тобой летит полей. Не дай мне, не дай, в этом огне сгореть. Не дай мне, не дай, навек тебя забыть. Не дай мне, не дай, дня без тебя прожить. Ветер осенний окно. Наверное, я болен тобой. Не дай мне, не дай тобой переболеть. Не дай мне, не дай в этом огне сгореть. Не дай мне, не дай навек тебя забыть. Не дай мне, не дай дня без тебя прожить. Главное, что ты в моем сердце, Петруха, а если ты живой, отзовись. Сказал, что грустные песни я пою в последнее время. Да, видать, такое на душе, блядь. Какие же это годы были? Это были 80-е годы. Мы заехали с Боськой и Сталином Кириллом учиться в Ялтинское техническое училище номер 6 на поворот загранплавания. В Таллинское пароходство тогда отправляли. И мы как-то умудрялись жить на
$30 стипендии, прикинь, отдавали тридцатку за квартиру, умудрялись каждый день бухать, новых тёлок приводить, по кабакам ходить, как-то умудрялись жить. Вот это чудеса. Это все, возможно, было при Леониде Ильиче Брежневе. Сейчас все вспоминают, вот жили мы там, так жили, этак, жили все при коммунизме, никто не заметил, прикинь. Все при коммунизме жили, ну как можно было за 100... За 500 рублей можно было жить, как король, блядь, икру хавать черную, на такси кататься. И короче, ну, в общем, было здорово. Куда-то меня отнесло. Да? Специально Толян Яковенко для тебя, для Гарика повара и для всех пацанов, кто жил на райончике на Победе. А, кур, повар, говорил, что ты мне передаешь привет, и тебе тоже, Витёк, я тебя помню и люблю. Истребители, блядь, решил испытать, блядь, кайф от полета. А за ним стерхи полетели, прикинь. В интернет выложили ролик. Путин хуярит, блядь, на истребители. И тут, блядь, косяк. Журавлей пиздячит за ним. Произведение называлось «Картинки». Мы играли ее вчетвером. Опаньки, телефон. На базаре шум и гам. Слышно? Разговорчики, кто-то спиздил чемодан и запел лимончики. Ах, лимончики, усопы на балкончике, кто-то спиздил чемодан страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу, но всю Одессу Одесса очень велика, но и молдаванка, и тересы обожают гостю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, орали грузчики в порту. А третий куплет, когда они башмаки со страшным скрипом надели. Об этой новости неделю. Об этой новости неделю. Везде пиздели рыбаки. Везде пиздели рыбаки. На свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Что ты говоришь, Санёк? Бабах, все. Все, все. Давай, Вальдемар, не стесняйся. Ты часто ходишь, туфель не жалеет. По той вихрастой влажной дымчатой аллее. И хоть не в шутку твои близкие, богатые, рай в шалаше особняку не предпочла ты. Шалаш, конечно же, чердак не очень чистый. Не все безгрешны мы, да и не бескорыстны. Зачем любовь тебе теперь? Ведь все забыто. И видно к лучшему, а дверь открыта. Не муж опашен, так внимателен и нежен. Цветы тебе он дарит дважды в день, не реже.
и все в тебе его влечет и восхищает. Когда щекой тебе в плечо он засыпает, ты между делом на белоснежной стенке спальни синим мелом. Однажды ночью да почище, чтоб не править, возьми да напиши «люблю» и будет память. Тебе он ровня в вашем обществе галантном, с ним жить удобнее, чем с нищим музыкантом. А сплетням глупым ты не верь, тепло да сыто, вот и свирепствуют, а дверь открыта. Петь будешь? Знал я одного хлопца, его звали Юрка Аристархов. Он исполнял «Белое солнце в пустыне» на свой манер, примерно так. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Письмецо в конверте, погоди, не рви. Повезет мне смерти, повезет любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, крепко обнимала ты, да только не любила. Ласковые сети, постой, не мани. Слава Медяник, что напомнил. Курбан, и тебе благодарствую, что повстречался на моем жизненном пути. Мы те, кто пули не боятся, знаем, где ты была. Друзья, я чайное братство, Днепропрусская братва. Толян Днепровский, который курировал рынок на Ялте. Братан, вспоминаю, как мы ездили за Ширевом на Дарсан. Если ты живой, люблю тебя, как брата. Два бичка курили мы, сел в углу на корточки. Стенечка и я, в каждый дом ходили мы, только через форточки. Корешок мой, Стенечка и я, все на свете семечки, друзья. Да не сыскать красивше парня. Ходит я мужик, да это пуп
воды. Люблю я Марию на канале. Любить меня не хочет никогда. Люблю я Марию на канале. Любить меня не хочет никогда. А что ж ты брешешь, окаянный паря? Ведь я сама довидела вчера, как ты с Надюхой под луною целовался, а я глядела на тебе из-под углы. Дело на тебе из-под углы. Простите, бабоньки, я более не буду, и про Маруху я свою забуду, и про Маруху я свою забуду. Люблю я Надю.